Это было не зря. Хрен его знает, короче. Друзья, всем привет. Мы приехали в Ворохту. Ворохта знаменита своими мостами австрийской эпохи. Вот, арочными такими виадуками. Вот, один из них мы нашли. Сейчас пытаемся пройти к нему. Вот. Найдем второй, покажем второй. Дороги толком не знаем, поэтому решили идти по путям. Пофоткаемся там, возле церкви. Переходим. Пофоткаться. Вообще тут очень красиво, даже без мостов. Андрюха решил угнать повозку. Сейчас такой раз и поехал. Твой звездный час, говори что. Подходим к мосту. Ну, непонятно, будет его с такого ракурса видно или нет. Оттуда помаши. Народу на мосту прилично. Вот. Многие, походу, приезжают вот так вот пофоткаться. И для того, чтобы, наверное, встретить этот мост пустынным, чтобы никого не было, надо сюда подваливать так часиков в 6 утра, наверное. Сейчас вон все ходят, все фотографируются. Но вид, конечно, здесь красивый очень. Вообще кайфово. Прям огонь.
Вот и второй мост. Моднейший такой, красивый. Видно, старый мост портит новый мост, который сзади меня. Из-за этого нового моста старый не очень хорошо видно, блин. Хрен. Тяжелее ракурс подобрать, чтобы красиво снять. Угу. Класс. Когда смотришь на этот мост на фотографиях, на всяких картинках, вообще он такой, ух, а близко подходишь, но как-то он кайфовый, но никак не можешь подобрать нужного ракурса, как его красиво зафоткать. Вот именно лично у меня это не получается, поэтому, наверное, я ни хрена не фотограф. Вот, а для фотографов здесь просто рай. Пойду гладить козла. Таня говорит, иди погладь козла. Боюсь козлов. Козлик. Ну это какой? С бородой. Такой прикольный. Козлик. Хочешь ко мне в видеоблог? Козлик. Тынь. Смотри. О, вот так вот как делает, то хорошо. Надо разговаривать. Маскаль. Отвали маскаль. Можно я подпишу, Ленка воды попила? Сейчас сделай так. Говорили, Ленка, не пей воду. Вот, а сейчас мы поднимаемся к церкви. Как вы знаете, по церквям я не хожу. Но это доброго дня. Добрый день. Но это такой памятник. Церковь, которая построена без единого гвоздя. И сейчас я вам ее даду. Вот, говорят, что церковь без единого гвоздя, а мы нашли гвоздь. Вот вам и церковь, как говорит Константин Сенаторов. Вот вам и без гвоздя. А вот вам и гвоздь. А вот вам и второй гвоздь. Вот опять встретил Николаевского, видеоблогера. О, привет. Ты видишь, как все видеоблогеры, которые приезжают на Западное... Давай. Встречаются в церкви без гвоздей. Да, в церкви без гвоздей. Можно магнитом ходить, и ничего здесь не обнаружить. Пришли в ресторан старого города. Очень хвалят его в интернете. Решили попробовать сами. Нам принесли меню, которое можно читать 2 дня. Оно очень толстое, покажи. О, какое. И там много-много всего. И все очень вкусно. Боже.
Кажу, гриби, а плюс гриба вже знає. Чесно даємо тобі. Що таке? Тут це казацька закуска? Ні, там просто, типу, компліменти. Передача шеф-повара. Петрушку тут. Ну, хто не їсть петрушку? Пожалуйста. Казаки едят на перекусах такое. И казачки. И казачки. Мороженое, да? Посидел, хоп, перекус казачки. Грибочки с погребочки. Прищепка. Покажи. Круто. Мне дали чек. Короче, мы нашли старый такой подъемник. Вот, и решили на нем проехаться. Нас еле пустили, потому что говорит, что они уже закрываются. И разрешил только подняться на гору и сразу с нее спуститься. Вот. Если мы не поднимемся вовремя, то мы останемся на горе. Такие вот дела. А тут старый трамплин. Его сейчас не видно за елками. Старый горнолыжный трамплин. Говорят, что раньше здесь был самый центр горнолыжный. Сюда съезжались на базу именно попрыгать с трамплина. Сейчас он уже не работает, судя по всему. А может быть, и работает, но хрен его знает, короче. Вот он тут, мы видим этот старый трамплин. О, какой. Ебический. Мы решили рискнуть и пойти посмотреть на трамплин. Мы рискуем не уехать назад. Но риск — благородное дело. О, трамплин. Такое. Да. Вид здесь такой, смотри. Подниматься нет смысла. О! Вот такая эта штука, все. Пристегивается и все. Никто нас еще не встречает. По всей видимости, спрыгивать надо самим. Это было не зря.